Уже с первых минут игры преимущество было на стороне хозяек площадки. Более успешные атаки, как следствие, больше заброшенных мячей в корзину. Но к середине четверти ситуация начала меняться. Приноровились соперницы. В итоге 10-минутка хоть и завершилась победой ДУ, но с небольшим преимуществом – 16-14. Во второй четверти снова по заброшенным мячам обошли соперниц. Самой результативной в итоге стала четвертая 10-минутка, в которой мы оторвались на 10 очков. Эта игра завершилась при счете 75-56. Не важен какой счет, хотя была задача больше 70 пропустить поменьше. Да, мы изменили систему защиты немножко по сравнению с игрой с Эйсом, блеклой игрой с Эйсом. Поэтому девочки сегодня отработали на хорошую оценку, поэтому и победили. То есть выключили двух лидеров из игры, поэтому пришла победа. Лучший результат в своей команде показала Кристина Эгла, набравшая 25 очков. Реабилитировалась после игры с Цесисом и капитан команды Олеся Евсеева. На ее счету 21 очко. Это одна из лучших ее игр. Да, спасибо ей большое. Она сделала выводы. Она сегодня выглядела как настоящий капитан. Следующую игру наша команда проведет дома 16 ноября. В этот раз соперником Даугавпилс Университета будет лидер турнирной таблицы ТТТ Рига. Команда, которая на данный момент не знает поражений. На выезде в самом начале сезона мы уступили рижанкам со счетом 50-110. Может быть, и на этот раз наши девушки смогут реабилитироваться.